В новом сезоне телерадиокомпания «Вектор ТВ» приветствует вас новым проектом. Мы готовы рассказать и показать все то, что сегодня беспокоит жителей Новополоцка. Озеленение, ремонт, благоустройство, обслуживание. В центре внимания – жилищно-коммунальная сфера. Если у вас есть вопрос, пишите нам на электронную почту или звоните в редакцию. А мы начинаем. «Ты туда не ходи, ты сюда ходи» – фраза из известного кинофильма, как никогда актуальна для жителей по адресу Молодежная, 33. Вот такие вот булыжники средь бела дня падают с крыши. Вот эти камни под подъездом дома на Молодежной, 33, вовсе не результат разрушения проезжей части. В середине дня, рассказывают очевидцы, часть бетонной плиты рухнула с высоты. К счастью, людей рядом не оказалось, а вот транспорт, припаркованный во дворе, зацепило. Ну, такой выбух, наверное, там человека сразу убило. И мальцы на втором этаже ставили раму балконную. Угу. И ихную машину осколком царапнуло. Но они уехали. Потом идет еще одна женщина, я говорю, давайте вот у ЖКО, где это ЖКО, номер телефона. Она мне дала 2 телефона, ну, в общем, щадим. Тогда я думаю, давай звонить на «Вектор». Это единственный дом, который всегда самым последним делают после ремонта. К слову, ремонт в доме делали 2 года назад, причем капитальный. Однако укрепление торцевых стен или ремонта крыши не производили, только обновили коммуникации. Тогда же комиссионное обследование подтвердило надежность жилья. Причину появления вот этих обломков выясняли также комиссионно. На высоте стало понятно, разрушается не крыша, а плита над балконом. Был застеклен балкон. Это 9-й этаж, вы говорите? Да, 9-й этаж. Так. Теперь это самое между плитой, вот выступом этим, так? Вот, рама была закреплена. Вот, пенить не пенили, но замазано раствором. Угу, угу. Створки были открыты, женщина говорила, и они сильно ляпали. Здесь же Валерий Булхов показывает части обломков, на которых следы арматуры и краски, предположительно, с оконных рам. Что же все-таки падает? С крыши, не с крыши? Что можно сказать в этом доме? Куски бетона откалываются с межэтажных плит, последнего этажа, точнее, даже над 9-м этажом. Все межэтажные плиты, вы видите, по состоянию, остальные в хорошем состоянии. На последнем этаже, возможно, имела место деревянная рама, установлена плотно в плите и давала, так сказать, гниение на бетон. Поэтому сейчас куски аварийные снимут, будем восстанавливать. Свое заключение дают специалисты. Впереди большой объем работы не только по устранению нынешнего разрушения, а обследованию всех несущих конструкций. Ну что же, проблема услышана, и, как видите, первые меры предприняты. Специалисты уверяют, что на полное ее устранение понадобится всего пару дней. Ну а если у вас есть вопрос, мы ждем его в нашей редакции. Увидимся в следующую пятницу.